На Всебелорусском народном собрании будут самые продвинутые патриоты нашей страны. Это не значит, что там будут одни ябатьки, или как вы их называете, и так далее. Будут там те люди, которых вы туда направите. Если вы решите направить своего руководителя, пожалуйста, врача, пожалуйста, это ваше право. Ну, если говорить о трудовых коллективах. Поэтому не это главное. Просто это сейчас раскручивают тему Всебелорусского народного собрания. Оно у нас шестое. Ну, и период такой непростой, наверное, в общественно-политическом отношении острый период. Меня упрекают, что я там хочу таким образом власть свою продлить. Слушайте, глупость полная. Если я захочу свою власть продлить, так у меня есть все возможности остаться президентом. Что там уже, Всебелорусское народное собрание, я буду председателем. Но если тот, кто боится, что Лукашенко останется у власти, то он должен молиться, чтобы я стал каким-то там председателем этого собрания. Никто полномочия бешеные на Всебелорусское народное собрание отправлять не будет. Глава государства будет президент, это вы его изберете, глава правительства, премьер-министр, будут парламентарии, депутаты и прочее. Притом, слушайте, это же вопрос нерешенный. Всебелорусское народное собрание – конституционный орган. Это в Конституции будет в проекте прописано, и на референдуме вы будете решать. Никто на Всебелорусском собрании не будет принимать конституционных решений, чтобы вы знали. Никто. Собрание должно очертать ориентиры на пятилетку. Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы и менять Конституцию не уполномочено и не будет. И мы давить на это не будем, это будет нечестно. Но обсудим все вопросы. Все, которые на диалоговых площадках обсуждали, которые всплыли и стоят перед нашим народом,